нами поедут и мама. На сцене театра юного зрителя история, которую поведали артисты Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени Брянцева. В основе спектакля – современная пьеса по мотивам повести классика русской литературы. Мы, конечно, привезли один из наших популярных спектаклей, который тоже вызывает у ваших зрителей слезу, у наших зрителей слезу. Это спектакль о семье, спектакль о взрослении молодого человека, спектакль о трагедии, который переворачивает его сущность, его суть, этого мальчика. На сцене история подростка Николеньки Иртеньева. Пьеса «Отрочество» была написана Ярославой Пулинович по мотивам одноименной повести из трилогии Льва Толстого. Чтобы жил вот этот материал в сегодняшнем времени, во-первых, большое спасибо Ярославе Пулинович за ее слово, которое она внесла, все равно сконструировала историю динамично, а наша задача, наверное, все-таки была сделать ее звучащей сегодня. Для главного персонажа в одночасье стирается граница между беззаботным, задорным детством и взрослой жизнью. Мамочка, любимая, но я не хочу в Москву, слышишь? Если они меня увезут, я обратно к тебе сбегу, мам, я не переживу. Актеры и зрители друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Зрители в центре сцены, артисты и на сцене, и в зале. Для них нет границ. В постановке есть место как надрывным диалогам, когда эмоции вырываются наружу, так и не обходится без ребячества. У нас очень много молодежи в этом спектакле. Они принесли свое слово, свое какое-то звучание. И очень важно было вот нам соединиться. Но я все равно слышу, как между детьми и родителями существует разница в языке. И это очень важно. Мне тоже очень важно это поддерживать, чтобы мы, родители и дети, звучали чуть по-разному, чуть-чуть разные голосы. И в этом тоже есть такая разница поколений. Разнятся взгляды, интересы, задачи и цели, но при этом есть связь между поколениями. И классика звучит по-иному, словно протянута нить из прошлого в настоящее.